Во, Владос, ты куда погнал? Очнись, погоди. Тут кино снимают. Тут обычная история, лоу. Владос, это история со своими приколами. Траблами. И подачей. Нет, супер кинокачество. А этот этаж вообще снимать в туалете. Здесь будут только танцы. Тренировки. И, конечно же, рок-н-ролл. Покушать. И поспать. Добрый день, Новый год. Сегодня у нас вторая тренировка. Что же мы делаем? Конечно же, силовая у нас. Прошла первая часть тренировки. Как ваше ощущение? Идем домой. День, друзья. Сегодня у нас по плану качалочка. Сегодня у нас по плану качалка. И сегодня не один, я сегодня без рефератора. И придется начинать все самому. Да, сегодня один. Потому что я решил, что типа позже мне было впадать далеко вперед. Вот. И придется снимать самому. Кончилось. Тренировки. Еще ровно столько же серий, но я устал. Фух. Я думаю, все-таки не помешает. Мне осталось не помешать очень несколько серий, которые мне осталось. Вперед! Наконец-то закончилась тренировка. Нет. Закончилась тренировка, и сейчас у меня по плану отдыхать. Спать и сходить в сауну. В сауне контента не будет, так как за это забанит YouTube. Сорян. А так будет контент. Ладно. И сегодня я наконец вышел на лыжах. И сейчас у нас попало все дела. И спокойно кататься. Тут люди постоянно ускоряются, но не сегодня. Сегодня без ускорений. И наконец-то, кстати, выглянуло солнышко. Это очень редкий момент. До сих пор тренируются все. У кого-то отлично, а у кого-то ускорение. Сейчас уже сочный кадр. Сейчас попробую что-нибудь придумать. Ну и качество, мне кажется, получается. Лол. Вообще не понимаю, что снимаю пока что. Фу. Но я надеюсь, что это прикольно получится. Да, надо будет еще красиво, прикольно какую-то штуку придумать. Типа. Типа на Инстаграм, вот такой вот всяк, бум, прям, и там, и так красивая полоска, чтобы была. А я придумал. Фух. А сейчас, короче, включается фантовая музыка, выходит рамочка, и три. Всем хай, меня зовут Герман, там Данила, и он крейзи. Он ускорился и умер. И он еще дурак, он порвал какую-то хрень. Да. Ну вот она так должна выглядеть. А ее тут нет. ГГВП. Короче, закончили мы тренировку. Мы забыли лыжи. Ты по фокусу, блин, лыжи. Идем обратно за лыжами. Идем за лыжами. Ну, короче, вот тут я на превьюшке буду, а Влада тут не будет. Тут буду только я.
Так, сейчас я возьму лыжи. Погодите. Отжали мы у Влада камеру. Оп, все, идем. Опа, камера закрылась. Все, Лазик, открой мне дверьку. А, открылся, я работаю. Блин. Открывай мне дверь. А, следующую открывай. Идем, мы, значит, с тренировки. Оп, идем. Идем. Сколько мы тут накатали? Не вижу. Два с чем-то. Два с чем-то было там. 2 на 2, наверное. Ну, где-то 2 часа, да. Идем в раздевалку, сейчас там будут голые мужчины. И дальше снимать нельзя. Идем в випку. А, и все, на этом день закончен. А, осталось покушать и поспать. Ха, поспать не будешь, поспать не будешь.